Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я представитель компании Терлеон, которая занимается производством термоодеял уже на протяжении 16 лет. И в этом видеообзоре я хочу предложить вам посмотреть более внимательно на термоодеяло с функцией «свободные руки», рассказать об его особенностях, управлении, и в конце мы попытаемся загрязнить его основными косметическими препаратами и посмотрим, что из этого получится. Ну, давайте взглянем на него поближе. Одеяло упаковано в прочную, легкую, удобную сумку. Распаковывая, вы обнаруживаете паспорт с инструкцией по эксплуатации одеяла и сертификат, который прилагается к каждому изделию компании Терлеон. Термоодеяло оснащено клапаном-воротником для укрывания плеч. Имеются продольные и поперечные ленты-липучки для фиксации термоодеяла во время сеанса. Также имеется клапан-хлястик для дополнительного укрывания ног. В длину одеяло составляет 190 сантиметров, в ширину 165. Практика показывает, что этих размеров вполне достаточно даже для клиентов, имеющих большой вес и большие объемы. Одеяло имеет три независимые секции. Верхнюю, среднюю и нижнюю. Каждая секция оснащена своим термодатчиком, который отслеживает температуру с точностью до 1 градуса. Как и положено серьезному и современному электроприбору, термоодеяло оснащено цифровым пультом управления. На дисплее пульта отображается температура в каждой из трех секций и время до конца сеанса. Посредством контроллера отслеживаются все рабочие параметры термоодеяла, и при малейшей неисправности или выхода из строя какого-либо из компонентов контроллер отключит неисправную секцию или все одеяло. Этим обеспечивается полная безопасность нашего термоодеяла. Внешнее покрытие термоодеяла выполнено из эко-кожи с эффектом металлик, благодаря чему имеет презентабельный внешний вид. Это покрытие не промокает, очень хорошо моется, не имеет неприятного запаха при нагреваниях и не растрескивается в процессе длительной эксплуатации. На протяжении 12 лет компания Терлеон уже использует это покрытие из эко-кожи, и за это время не было ни одного обращения с просьбой о его замене. А теперь на реальном примере я хочу показать, в чем принципиальное отличие данной модели термоодеяла. Для этого мне потребуется помощь Александра. Рост Александра 186 сантиметров. Его вес составляет 98 килограммов. Укрываем ноги. Заворачиваем с одной стороны, продеваем с одной стороны руку, заворачиваем с другой стороны и продеваем вторую руку. Фиксируем одеяло липучками, укрываем дополнительными хлястиками воротничком. Вот таким образом человек у нас обернут термоодеялом. Руки освобождены, и в условиях салона можно заняться массажем, маникюром
Или же просто человек может заняться чтением или проверкой своей электронной почты. В гигиенических целях рекомендовано пользоваться одноразовыми полиэтиленовыми простынями. Но, как опыт показывает, часто бывает загрязнение во время сеансов тем или иным косметическим препаратом. Давайте мы попробуем загрязнить это одеяло и посмотрим, что из этого получится, трудно ли его убирать. Для этого мы возьмем несколько видов косметических препаратов, которые используются во время спа-процедур. Возьмем скраб, нанесем пятно скраба. Возьмем два вида крема, которые используются также в антицеллюлитных программах, в уходах, в программах по уходу за телом. Также во время процедуры по миостимуляции, если человек лежит на одеяле, допустим, в межсезонье, когда для комфорта процедуры просто подогревается массажный стол. Это гель для аппаратной косметологии, даже два вида геля. Вот, все мы это наносим. И массажное масло. Вот, мы имеем сейчас 6 видов основных загрязнений. Вот. Теперь мы удалим лишнее, то, что наносили. И затем обычным средством для стекол удалим остатки этих косметических препаратов. Посмотрим, что останется после них. Вытираем средство для ухода за термоодеялами. Рекомендуем дезинфектор Бонсалар. Вот, протираем Бонсаларом после этого. Постараемся вытереть насухо. И посмотрим, осталось ли хотя бы одно пятно. Вот так во время сеанса обертывания возможны различные виды загрязнения, но с ними очень легко справиться. Поэтому, как вы видите, ни одного пятна на термоодеяле не осталось. Как видно из этого примера, покрытие языка кожи является наиболее приемлемым для профессиональных термоодеял. Если вы цените чистоту, свое время и уважаете своих клиентов, покрытие языка кожи – это лучший выбор. Ссылка на магазин в описании к этому видео. Спасибо за просмотр.